Что такое духовный поиск? Вот, дайте, я сейчас просто объясню механически. Вот есть некая конструкция из четырех этажей состоящая. Вот это механика, это биология, это психика, это дух, да? Но, по сути своей, как человек развивается, ну, по жизни? Сначала биологически, то есть он рождается, да, так, что-то там делает, пока он стучится. Вот здесь на биологическом уровне, оно что-то горизонтальное, движение происходит, все время возникает что? Препятствия на пути. Он как-то ищет путь избавления от препятствий на пути в достижении того, что ему хочется в жизни. То он пытается что? Подняться на более высокий уровень, да? На более высокий уровень, на уровень психики, чтобы, ну, перепрыгивать через эти, ну, по сути, препятствия. А получается что? Получается, что про психику никто ничего не знает, здесь специально предохранитель, чтобы никто ничего про психику не знал. А это и есть плоскость выполнения задач. Ну, по сути, психика человека располагается в плоскости выполнения задач. И он пожизненно ищет здесь. Да. И когда здесь не находит, он же существо очень хитрое человек. Он решает зайти по-другому, зайти сверху. То есть вот отсюда. Вот так решает. Пробить это не сверху, как бы вниз, да? Но тут опять стоит пробка. Потому что дух, по сути своей, это механизм развоплощения и воплощения, а человек духом не является. Это ложь, возмутитель. Почему мы называем человека духом? Мы явление видим, воплощение духа. Как мы говорим, мы явление видим, поэтому для человека это человек это дух. А вот если с духовной точки зрения смотреть, человек это яра, которая и способна воплощаться и развоплощаться. То есть, по сути своей, вот яра, которая может воплотиться и развоплотиться. И вот этот механизм воплощения и развоплощения называется духом. Да? Проверяет, да? Д – добро, У – ум по траектории и духовный поиск. Да? То есть по, не поиск, а вот, ну, цикл духовный, воплощение и развоплощение. То есть, по сути, результаты, достигнутые посредством развоплощения и доплощения. То есть вертикальная система решения, как бы, задач. То есть, по сути, сама вертикальная система решения задачи существует только в силу существования механизма духа. То есть вот воплощение этого яра и развоплощение этого яра. То есть, по сути своей, весь духовный поиск – это вот некая хитрая такая вещь, попытка взять командную позицию за счет и поискать силу. Но человек силы не находит, тогда он делает что? Ищет где-то силу, да? В группе какой-то, да? Людей. Дальше он ищет в каком-то авторитетном человеке поддержку, да? Вот чем заканчивается духовный поиск. То есть линейными действиями поиска усилия, чтобы за спиной кто-то стоял, как бы, и использовать его силу для достижения тех или иных, как бы, задач в своей жизни. На самом деле это всего лишь поиск механизма, как можно быстрее обрести силу большую, чем другие, как бы, люди. Вот, вот и все. Весь духовный поиск нарисован на этих.